Друзья, всем привет! Вы, наверное, уже заметили, что я как часто вам говорю и желаю: будьте счастливыми, будьте любимыми, хорошего вам настроения. Друзья, конечно, как это легко сказать и пожелать. На самом деле, быть счастливым, любимым, всегда с хорошим настроением очень сложно. В жизни совсем все по-другому. Скажем так, в буднях совершенно все по-другому. И даже быть счастливым, любимым, с хорошим настроением, даже порой как-то неудобно. Мы к этому не привыкли. Ну, такой самый простой пример. Вы даже встречаете своего знакомого. И, ну, и обычный вопрос, там, как дела? Если скажешь «хорошо», и вроде чувствуешь себя как-то неудобно. Да, ну, вроде, что хорошо? И другой человек сразу говорит: да, хорошо, а что хорошо-то? И мы не привыкли к этому, и мы, в общем-то, уже, ну, так, обычная фраза, стандартная. Как дела? Нормально. Ну, и еще более стандартная фраза, какая, наверняка вы ее все знаете. Ничего. Так вот, друзья, не надо бояться быть счастливым, любимым. Счастье и любовь действительно в мелочах, на расстоянии вытянутой руки. Банальные фразы говорю, банальные, но это действительно так. Почему мы стыдимся сказать, что хорошо? Да, хорошо. Хорошо, что наступил сегодняшний день и так далее. Все будет хорошо. И даже лучше, друзья. Я не думаю, что доброта, любовь, эти чувства сделают нас более уязвимыми. Я думаю, совсем наоборот. Поэтому не будем стыдиться своих чувств, нормальных человеческих отношений. Я думаю, это сделает нас только сильнее, закалит нашу силу, волю и дух. Так вот, друзья, я вам желаю быть любимыми, быть счастливыми всегда, вне зависимости от дня недели, времени года, пусть это будут будни или праздники. Хлеба и зрелищ, друзья, нам хватает предостаточно, а вот любви очень мало. Поэтому, друзья, любви, любви, любви вам желаю. Всего самого наилучшего. В добрый час, друзья!